Дорогие друзья, 23 февраля, День защитников Отечества. И сегодняшний выпуск посвящен этому прекрасному празднику. Когда мы были на войне, когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой или о жене. Там каждый думал о своей любимой или о жене. И я, конечно, думать мог, и я, конечно, думать мог, когда на трубочку глядел на голубой ее дымок, когда на трубочку глядел на голубой ее дымок. Как ты когда-то мне лгала, как ты когда-то мне лгала, что сердце девичье свое давно другому отдала, что сердце девичье свое давно другому отдала. Но я не думал ни о чем, но я не думал ни о чем. Я только трубочку курил с турецким горьким табачком. Я только трубочку курил с турецким горьким табачком. Я только верной пули жду, я только верной пули жду, чтоб усмирить печаль свою и чтоб пресечь нашу вражду. Чтоб усмирить печаль свою и чтоб пресечь нашу вражду. Когда мы будем на войне, когда мы будем на войне, навстречу пулям полечу на вороном своем коне, навстречу пулям полечу на вороном своем коне. Но видно, смерть не для меня, но видно, смерть не для меня, и снова конь мой вороной меня выносит из огня, и снова конь мой вороной меня выносит из огня. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал «Споем под баян», пишите комментарии, ставьте лайки. С праздником! С Днем защитников Отечества!